43% дорог маюць дэфекты. Аб гэтым і не толькі сёння ішла размова падчас разгляду новых тэхналогій ямачнага рамонту. Дарогі рэгіёна былі пабудаваны пераважна 40-50 гадоў таму. І з таго часу з павелічэннем колькасці аўтамабіляў узрасла і нагрузка на дарожнае пакрыццё. Негатыўны ўплыў аказвае і клімат. Вільгаць зімой, спякота летам. Што яшчэ перашкаджае вырашэнню праблем, ведаюць нашы корэспандэнты. Рамонт дорог – проблема, якую не атрымліваецца вырашыць у регионе, довольно протяглый час. Причем с каждым годом ситуация погаршается. Серед основных причин – недохоп финансования. А кроме того, якость работ на некоторых предприемствах настолько низкая, что покладенные сумеси трымаются усяго некалькі дзён. Ваши коллеги в других странах делают это на порядок выше, поэтому мы тоже это можем сделать. И те деньги, которые получаем с бюджета, на проведение этих работ, они должны быть использованы по назначению и с высокой отдачей. Шмат пытанняў да камунальных службаў. Практычна нідзе не выкарыстоўваюцца халодныя сумесі, якія дазваляюць рабіць ямачны рамонт нават пры мінусавых тэмпературах. Адмоўны ўплыў аказвае і адсутнасць у гарадах невялікіх асфальтаўкладчыкаў. Работы праводзяцца ўручную, што таксама не садзейнічае высокай якасці. Набыццё новай сучаснай тэхнікі для дарожнікаў сёння ўвогуле актуальная задача. У нас большое количество просроченных межремонтных сроков на дорогах в целом в стране, не только в нашей области, в целом как бы так. То есть дороги в основном строились в 70-е, 80-е годы, нагрузки резко увеличились и по транспорту, и по грузоподъемности транспорта. Поэтому, конечно, покрытия стареют, и ямочный ремонт, надо делать его качественно, чтобы не возвращаться. Для повышения якости ремонту дорог у Гомеля Аблдарбуде распрацовали положение, згодно с яким специалист может отримать додатковую зарплату, при умове, что отремонтованное им покрытие не стратит свои техничные характеристики на протягу как минимум одного года. А проча того, змагаться с ямками на дорогах можно переходом на иншие виды дорожного покрытия. Размова идет об будовництве так званых бетонов. С начала года мы выполнили уже на 30% больше, чем за прошлый период 2022 года ямочного ремонта. То есть яма сейчас прогрессирует, и необходимы, конечно, капитальные ремонты, текущие ремонты дорог. Об актуальности проблемы можно мерковать по такой личбе. Сегодня дефекты покрытия мают 43% дорог региона. Алексей Сентиров, Наталья Игнатенко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».